Дорога на работу обычного сотрудника ВК. Выходим на станции «Аэропорт», это зеленая ветка, рядом с метро «Сокол» и «Динамо». Идем к выходу. Здесь молодого и амбициозного специалиста ВКонтакте встречает шумный Ленинградский проспект. ВК расположился в двух 27-этажных башнях бизнес-центра Skylight высотой 109 метров. Площадь внутри здания почти 100 тысяч квадратных метров, 9 лифтов. По пути на работу можно взять стаканчик кофе в ближайшем кафе. Кстати, их здесь много. Надземный переход – это финальная часть ежедневного путешествия на работу. Думаю, зимой здесь можно согреться и допить горячий американо. В Москве, кстати, зимой холодно. В целом, дорога в офис занимает примерно 7 минут. И вот мы на месте. Хотите продолжение? Ставьте.